это, Катя? Вы сейчас летим на параплане. У Кати день рождения, да? Нет, было давно. Было давно. Сейчас второе, наверное. Вот эти копья, да, антегу. О, мой бог. Шах, пошли. Сделали. Куда? Садись, Катя, садись. Мадлоба, мадлоба. О, мой боже. Все нормально? Кать, поздравляю. О, боже, какой ужас. Разве ужас? Ужас. Так, подержим камеру, да? А что так руку держишь? Я же тебе сказал внутрь ее опустить. Что ты за человек? Опусти, пожалуйста. Вот так возьми. Как я могу так сделать? Как дали? Ты же, дорогая, все хорошо? Все хорошо, какая? Да. У вас очень спокойный голос. Спасибо тебе большое. Ты тоже спокойный голос. Мне нравится, как ты стартовала, делала все как надо. Классно было. Идти. Подошла. Ребят, ну мы сейчас, в общем, стартовали с 2300 метров над уровнем моря. Летим примерно 150 метров над стартовой площадкой. В общем, прекрасный полет у нас с Катей сейчас выдался. Погода замечательная. Немножко турбулентненько, чуть-чуть будет в будущем. Сейчас очень мягко. Вот, Катя, ты готова к турбуленции небольшой? Не очень. Ну, извини. Турбуленцию никто не отменял, мы в воздухе. Я просто могу тебя об этом предупредить. Ага. Да. Что ты чем занимаешься, Катя? Я массажист. Массажист. Ты знаешь, вот хорошая профессия, я считаю, очень нравится. Давно этим занимаешься? Год. Годик? Ага. Молодец, нравится тебе? Да, очень. Хотелось бы продолжить. Хотелось бы продолжить? Да. Продолжишь, конечно, чего ж ты. О, боже. У меня вон трое детей. Я не суицидник. Я тебя приземлю аккуратно. Такие дорогие, вот так и летаем. Ребят, над нами каньон, под нами каньон Араби. Я сейчас пару кадров сделаю. Вот, высота каньона 1750-1700 метров, в зависимости от какой точки брать. То есть мы над каньоном около 700-750 метров. Почти ничего. Впереди нас Кудаури Резорт, это горнолыжный курорт. Ты была на нем? Нет, никогда. Мечтала. Да. Приезжай. Первый раз. Приезжай обязательно зимой. Очень тебе понравится. Очень классно. Я живу вон в тех домиках. А вот смотри. Ух ты. Справа гора. Оттуда мы зимой стартуем, а приземляемся вон там. Ух ты. Да, летаем и зимой, и летом, и осенью, и весной, и круглый год. Представляешь? Такие вот пироги. Отличается полет зимой и летом? Да, другой совершенно полет. Летим просто... Сейчас, если мы с тобой вот обратим внимание, вон наша стартовая площадка, видишь? Ага. Мы значительно ее выше, видишь? Ага. А зимой мы летим потихонечку вниз. Мы не набираем высоту, ага, потому что восходящих потоков они есть, но они очень-очень маленькие, ага, и слабенькие. Так как солнышко все отражается, нам это солнечная активность, ага, нагретый воздух. А оно, ну это все солнечное, все отражается от снега и улетает в космос. По этой дороге вы ехали. Да. Мы этот поворот называем вот этот поворот. СМС-ка. Она как СМС-ка, видишь, да? Если вылететь сюда, то вот, наверное, до конца будешь лететь, успеешь маме СМС-ку отправить. Вы мои мечты сейчас исполнили. Благодарю, приятно очень. Вот прям как, правда, вот маслом, по маслам. Правда, очень приятно. Тебе это понравилось, и вот правда очень приятно. Некоторые люди к этому относятся очень просто, так знаешь. Боже. Ладно.
период, на горы. Вот за этим хребтом, будет Южная Осетия. Ага. Сейчас я покажу. Давай мы развернемся. Вот туда, посмотри, видишь, посерединке это Шархота. Этот много таких вот, эти вот левее немножко Шархота, это Вики скала. А немножко правее Шархота, это ДТН. Это грузинские названия. Что означает ДТН, я знаю, что это очень значит. А вы давно здесь? 8,5 лет. Ого. Жена около 5 лет, а я 8,5. Такие вот дороги. Так вот и живем. Вон озеро у нас слева. Это для гидроэлектростанции, оно рукотворное, естественно. То есть эти карабины держат каждый по 2,5 тонны. То есть это одна машина и второй автомобиль. Ага. Два автомобиля сразу у тебя. Не волнуйся, ты никуда не денешься от меня. Ну да, явно полегче. Ты от меня никуда не денешься, да? Вообще очень мягкий полет, я думаю, будет жестче. Очень хорошо. О, боже! Да. Недалеко. Говорят, у вас девушка. Да, 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 город невест. Ну, я вам говорила. Иванова всегда была вот так. А вы сами откуда? Сам с Украины. О, матушка у меня. Откуда? Из Липецка.